Всех приветствую. Сегодня выбрался я в весенний лес с прогулкой. Походим по болотах. Долина. Вот, чуть не нырнул в воду. Переходим мы по такому вот бревну через канал. Ну, идем. В лесу сейчас у нас первоцветы пошли. Сейчас 6 часов вечера, то уже они закрываются на ночь. Наверху виден колодный улей. Позатом году тут пчелы жили. Но зимой их... Здесь вот трухлявая видно колода от ствола. Зимой их куница выела. Хотела залезть, забить колоду эту, досмотреть за ней, но высоковато. Так не полез. В итоге куница этих пчел убрала. Ладно, пойдем, забежим подальше в лес.
Красотища. Столько цветов. Будем идти тихо. Можете этих дикого зверя побачим. Уже трава высокая выросла. Такая вот. Пойдем к болоту. Оно прямо по курсу.
уже появились комары и довольно много крупные. Видно, кадры летают. Клещи пошли, сейчас его зловим, вот на пальце клещ, резкость, конечно, у камеры никудышняя, но видно, бежит. Когда вернемся из лесу, надо будет хорошо все вытрусить, и штаны, и кофту, идет вот по руке. Поляна ландыша, уже хорошо вышли, еще не зацвели, но красивые такие. Это ландыш, это пролеска, кажется, называется, что вот уже давно цветет, наверное, недели полторы. Я знаю, что со звуком этой камеры плоховатый. Ну, думаю, слышно будет. Много говорить не буду. Будем ходить, смотреть, что творится вокруг. Да и в тишине походить лучше, чем всю дорогу говорить. Так что потихоньку пойдем. Может, кого и зверя где заметим. Встречал я куниц, белок. Кабанов сейчас много. Это вот раньше они копали здесь. Пни вокруг. Кабаны обкопали. Пойдем к болоту. Там черничник. Даже не знал, здесь черничника много. Можно летом в чернику ходить. Собирать. О. Наверное, на чай нарву веточек с черники.
уже зацвела. За черника зацвела. Морозов нету, так что, наверное, в этом году ягоды будут. Опять клеща словил. Много клещей в лесу. Цветущая черника. И море уже комарей.
Придем сюда летом чернику собирать. Кустики низенькие, но цвета моря. Здесь такая вот поляна большая. Это вот болото рядом. Зайдем в болото сейчас. Дрыгва белорусская. Там вон канава видно. Сейчас к канаве можно сходить. Ладно, перебраться. Это шмелиные матки были в одном месте здесь, наверное, 3 штуки. Нападение клещов. Уже 3-го словил. Улетел. Так.
Ладно. Лещей ловить не будем, пойдем в болото. Опа. Болотце такое. Сосны здоровые. Наверное, около